Команды играют в свою игру, ну, я говорю о европейском дивизионе. Команды просто играют в свою игру и выбирают удобных для себя персонажей, и большинство зависит, большая часть успеха зависит от реализации, от равноты рук и от того, как кто выстоит на лайнах. На данный момент Бристлбэк уже имеется. Бристлбэк странно, что не ушел в баню. Обычно Акс с Бэтрайдером наравне с Бристлбэком улетают первыми банами. Ну, в первую четверку точно входят. Туда Джаггернаута не хватало только добавить. И будет, в принципе, стандартный классический первый бан от двух команд. А забанили у нас Эмбер Спирита. CSW, ждем ответ от Invasion. По лайнам пока что ситуация, в общем-то, прослеживается только на оффлейне. Бристлбэк у нас, скорее всего, будет в хард идти от Invasion. Это, собственно, классическая схема. Бистмастер тоже, скорее всего, уйдет в хард. Получать экспу, где-то там подфармливать эншентов. В принципе, нормальная позиция для Бистмастера. У команды Dire все для этого имеется в вопросе географии доты. Посмотрим, будет ли Бестмастер на сложный, но я бы на это точно поставил. Третий пик от команды Invasion, и ждем, кого они возьмут. Забанили они, если что, Акашу. Не хотят видеть на Акашу на миде, мид персонажа пока что не выбрали. Возможно, после бана Акаши сразу же Акаши. Queen of Pain, конечно. После бани Квапы, возможно, сразу пойдет пик мидера. Эмбера забанили Кенси Висп, соответственно, не хотят они его видеть, и кто у нас уйдет в пик, посмотрим. В принципе, разгуляться есть. Еще пул персонажей. Так что гадать, я думаю, нет особого смысла, пока нет хотя бы одного мид-пика от одной из команд. Одна минута дополнительного времени у команды Invasion. Пока что призадумались. Ну, время еще есть. Время есть подумать. И тут дров лучше не наломать, потому что, опять же, каждая игра — это дополнительные баллы в группе. Соответственно, бороться нужно за каждый файт и за каждую драку в матче. Ну, с пиком прогадать было бы нелепо, тем более на таком уровне. Мы говорим о профессиональной доте, говорим об Азии, а азиатская дота, кто бы что ни говорил, пожалуй, сильнейшая дота в современном, вообще в современном мире этого, этого киберспорта. Так, Шейкер у нас уходит в пик от Invasion. Ну и по саппортам, в принципе, все. Укомплектовалась команда Invasion, я думаю. Остается взять только мид персонажа, и остается взять мейн керри команде Invasion. Ну, соответственно, и баны будут, я так понимаю, куда-то в эту сторону смотреть. Еще один пик ждем от Кенса и Висп. 12 секунд основного, полторы минуты дополнительного, так что будет еще время подумать команде CSW. Посмотрим, что они возьмут. Сейчас одну секунду, пока мы наблюдаем за не столь динамичными пиками, как того хотелось бы. Можем, в принципе, посмотреть и таблицу. Можем посмотреть таблицу. Вот, собственно, и она на ваших экранах. Одну секундочку сделаю себе побольше, чтобы можно было рассмотреть. Как видите, Invasion на первом месте. У них два матча сыграно. Поражений пока что нет. Две победы у команды Invasion. Их оппоненты, в свою очередь, сыграли два матча и один сыграли в ничью, что означает 1-1, и одна встреча с поражением. Собственно, один балл они заработали. Это одна победа в одном противостоянии Best of 2. Второе противостояние было проиграно. 4 очка у Invasion и всего лишь один балл у Кенса и Висп. Разумеется, и букмекеры, и вообще все комьюнити ставят на команду Invasion. Но это неудивительно. CSW не настолько опытны, не настолько готовы к этому матчу, чтобы в полной мере забирать какие-то предматчевые поинты у команды Invasion. Can't Save This, ответили Enjoy.
Лесная Энчантри, скорее всего, у нас будет. И это уже относительно интересно. Нечастый гость, она в пиках. Чен у нас в бане. Понятно, кого же еще брать в лес, если не Инчу. Ну, по пику Инчи, в принципе, понятно, что решили рассредоточить лайны. Команда Кенсей Висп. Одно место отдали лесному герою. А значит, что потребуется достаточное количество экспы в легкой команде Кенсей Висп. Посмотрим, кого они выберут. Я думаю, фармила будет какой-то классический. Что-то по типу антимага или того же Войда. Хотя, может быть, и Клинс мог бы зайти под эту страту. Посмотрим. Nature's Prophet от Invasion. Давно не виделись. Nature's Prophet действительно нечастый гость в современной доте. Я даже не помню, позже порядка 2-3 месяцев уже не наблюдал вообще этого персонажа. Вивер от Kensei Wisp. Вивер, наверное, еще реже, чем Профит у нас появляется. Ну, пик команды Kensei Wisp, я так понимаю, на убой. Тут собираются и пушить за счет Энчи, да и Вивер способен пушить через Дизоль. Бестмастер со своими животными и суммонами готов пушить. Опять же, беста можно одеть будет в Некрай. В принципе, пока что стратегия более-менее напоминает пуш. Но здесь есть Nature's Prophet со стороны Invasion, а это означает, что пуша будет не меньше. Ну или как минимум сплит пуша. В баню у нас уходит тролль Warlord и последний бан от Kensei Wisp. У них на это есть порядка 1 минуты. Кого бы не хотели они видеть? Не хотели бы они видеть точно какого-то мидера, потому что мид у команды Invasion пока что не имеется. Nature's Prophet точно туда не пойдет, а остальные персонажи явно не под мид заточены. Я, конечно же, говорю о Шейкере, Докторе и Бристл Бэге. Тридцать секунд остается у Kensei Wisp. Кого они будут банить, кого они хотят взять в мид, тоже пока непонятно. И, разумеется, будет какой-то бан персонажа, которого контрит их пик. Сначала бан, потом уже будет пик. Но я думаю, Invasion Sport прекрасно читают игру, читают пики и смогут, если что, и сами выбрать того, кого в мид хотели бы взять Kensei Wisp. Инвокер уходит у нас в баню. Инвокера не часто я видел в пике. Непонятно, почему они его банят, но Invasion, в принципе, отыгрывают на этом персонаже достаточно хорошо. Тут все понятно. Death Prophet. Ну, теперь понятно, кто кого будет пушить. Death Prophet, скорее всего, отправляется в мид. Nature's Prophet может пойти в лес, может пойти и в сложную. А Bristol Back с Witch Doctor'ом и Шейкером вполне себе могут на легкой фармить. А, в принципе, и трипла может пойти в сложную команду Invasion. У Kensei Wisp, Vengeful Spirit, скорее всего, с Вивером отправится. Как я понимаю, в легкую. Энча будет лес, Бестмастер будет сложную и остается мид-персонаж. Судя по тому, что... судя по всему, все-таки не беста, конечно. Не олдскульный бист у нас будет в миде. Смотрим, последний пик, и кто это будет, кто у нас против Death Prophet сможет выстоять. 1 секунда. Некрофос от Kensei Wisp. И теперь у меня действительно вопрос. Будет ли это некр в мид, или это будет Бестмастер в мид? Или все-таки рискнут и возьмут Вивера в мид? Ну, посмотрим. Пока персонажи разбирают, пока игроки разбирают своих персонажей, небольшая заставка студии и переходим непосредственно к катке. Не решились еще? Не решились, кто на ком играет? Или какие-то вопросы решают у нас по лайнам, видимо, игроки обеих команд? 5 секунд остается, ждем. Наконец-то разбирают своих персонажей игроки команд и врываемся на каточку. Пауза со старта, это что? Это что? Что это за пауза? Я думаю, тактическая пауза. Надо разобраться, кто на ком играет. Это классическая пауза от всех команд. Все матчи начинаются с небольшой задержки. Ну, это нам не помешает, в принципе, понять, кто на ком играет. А DTR за Invasion играет на Nature's Prophet. Кецик Имба играет у нас на Death Prophet
Ок играет на Вич-Докторе, FZFZ играет на Бристол-Бэке, и Stand-In X отыгрывает у нас на Шейкере. Со стороны команды CSW, Enchantress у нас от Godot. 343 играет на Vengeful Spirit, 2D играет у нас на Beastmaster, Chains отыгрывает на Вивере, и Мусика играет на Некрофосе. Ну, в общем-то, я бы поставил на команду Invasion. Не буду, опять же, говорить ничего плохого о CSW, но пик, мне кажется, немного нерациональным у CSW, не совсем понятна реализация персонажей. Некрофос здесь наверняка будет выключать кого-то из команды Invasion, но по большому счету для пуша он и контрпуша не так силен. Тем более, что пушить у нас будет вот эта подруга, а все, что может кастовать Некр, вовсе не эвейдит. Вовсе не эвейдит экзорцизм от Death Prophet. Ну, посмотрим. В принципе, если вывести на ранних левелах побольше артефактов, чем оппоненты, можно будет и самим нормально спушить. Да и Death Prophet не так сложно выключать. Здесь есть Beastmaster для зацепки, здесь есть Вивер, который готов драться под экзорцизмом. На всякий случай, у него есть там лэпс. Что, у нас Вивер отправляется в мид, как я понимаю. Чейнс у нас уже стоит на миде. Готовится ли встреча в лесу? Инча переманивает у нас Энта Профета. И теперь уже команда Invasion своего же до недавнего времени Энта должна разбирать, чтобы тот не палил то, где и как располагаются игроки команд. Окей, у нас вардит спот на в лесу команды CSW. Видели ли это игроки CSW, мы сейчас увидим по вардам, если что-то у кого-то. Vengeful без вардов, Инча без вардов, Beastmaster без вардов. Все, спот заблочен, хотя варды, скорее всего, прибежали. Да, Инча прибегают варды, ну и, по идее, должна она видеть вард. Ну, команды прочитали друг друга, а, возможно, и увидели. Вард разбиваются, в общем-то, по крипам. Теперь у Инчи будет более-менее свободная ситуация. Death Prophet отправляется у нас на мид, и против нее будет стоять Вивер. Вивер, у которого 473 хп. Выстоит ли у нас Вивер против Кецек МБ, мы посмотрим. Пока что верится мне в это очень слабо. Переключаемся на крипстат. То, что нас будет интересовать на ранних этапах этого матча. И давайте сразу же разберемся, кто куда отправился. Death Prophet Nature's Prophet отправляется у нас на сложную. В миде стоит Death Prophet. Здесь у нас Шейкер. То ли на подсейв, то ли на спауны. Ну, скорее всего, на мультиспауны стоит у нас здесь Шейкер. FZ играет против Туди в сложной. Ему тут не так опасно стоять, как стоять опасно Бестмастеру. И на всякий случай здесь есть Окей, который на данный момент занимается пулом крипов. Ну, линия у Бриста должна быть комфортная. Бестмастер тут по хп проседает, и мы это уже видим, уже половины столба у него нет. Но не так сложно, конечно, ему, как Чейнсу. Чейнс с одним несчастным танго долго не выстоит. Ну, его счастье, что на данный момент он уже имеет 3 крипа и смог купить себе ботл. У Чейнса появляется ботл, можно теперь хоть как-то стоять против Death Prophet. На данный момент Death Prophet на первом месте. У нее 3 на 4 крипстат. У Вивера крипстат. А нет, у Вивера крипстат, в общем-то, такой же. 4 на 4 у Death Prophet, 4 на 5 и 4 на 1 у Вивера. Чейнс свои крипы, своих крипов забирает. Тут, собственно, отказать мидеру команды CSW в скилле нельзя. Пока что разошлись на лайны команды. Давайте глянем, у кого что есть в начальном запаке. Возможно ли заранее прочитать выход какой-то артефакт. У Чейнса нет Boots of Speed, но они ему не нужны. Парень передвигается через Шукучи. Девардинг от Vengeful Spirit. А, не Девардинг, это Энт. Энт, которого я перепутал с вардом. Vengeful Spirit пока что у нас занимается контролем рун. Для своего мидера старается их беречь или хотя бы украсть, если чужой подойдет. У Некра уже имеется Boots of Speed. Есть у него, если что, начальный артефакт на нул талисман. Ну, Некр у нас фармящий. Музыка будет вывозить, я так понимаю, ранние артефакты по типу Аганима. Хотя можно и в Меку выйти. В принципе, если в легкую отправили и Некр фармит, можно выходить в Меку. Аганим будет чуть попозже. А ДТР очень серьезно получает по горбу у нас от Некра. От Некрофоса вынужден будет явно хилиться.
спрятался в деревья и выходить оттуда пока не собирается. Bristol Beck на данный момент, в общем-то, комфортно себя ощущает. 10 на 5 у него крипстат. Соответственно, у его линии с другой стороны, а это именно Beastmaster, на котором отыгрывает Туди, крипстат не такой хороший. 2 на 2 у него счет на данный момент, и фарм, в общем-то, не удается. У Энчи дела идут распрекрасно, 23 на 0. Правда, это лесные крипы, но лесные крипы тоже считаются и тоже приносят голду. Посмотрим, как реализуется Энча у нас на ранних левелах. Пока что есть кентавр. Если что, под смоком Энча решила вместе с кентавром выйти и попытаться забрать Nature's Profit, а ДТР вряд ли эту ситуацию прочитал, потому что не уходит он с лайна. Будет ли замедление? Да, замедляют у нас АДТР. Первый стан от Vengeful Spirit. Здесь же Некрофос. Пошел кентавр наваливать по спине. И First Blood для Мусики. Мусика зарабатывает этот фраг и по голде поднимается на первую позицию. 412 капнуло ему денег. И, соответственно, на первую... На первое место он у нас выбирается. Death Profit стоит на втором месте. У Death Profit по фарму все гораздо приятнее, чем у Вивера. Прогоняет он фактически Вивера с мида. Вивер вынужден ходить и обузить банку. На лайне ему не так-то просто стоять. Энча тем временем Witch Doctor еще у нас забирает. Где она это сделала? На топ-лайне. Здесь у нас еще и налог ХП X на шейкере. Энча подрубила виспов, все хилит и готова драться. 1-2 счет. Некра у нас забрала команда Invasion. Наконец-то ответила первым фрагом. У Некра появляется уже... У Некрофоса появляется собранный баклер. Стэш имеется все необходимое. Значит, будет выход в Мекку. По хилу пока что команда не очень проседает. В принципе, Некрофос имеет известные всем скиллы для хила. А вот по дефу не такая ситуация приятная, как того хотелось бы. Теперь плюс 5, зато есть по дефу Некрофоса. И можно стоять на лайне, не бояться получать по спине от Nature's Profit. А куда у нас улетает Nature's Profit? Он улетает на базу. Решил пойти похилиться. Здесь у нас студия решает через кабана хоть как-то подфармить. Но по-прежнему счет у него 2-2 по крипам. И не так просто стоять на линии против Bristol Beck. У Бриста, кстати, счет на втором месте. В общем-то, он практически делит первую позицию у нас Death Profit. 27 на 10 у него, 28 на 14 у Death Profit. Команда Invasion фармит получше. И получше существенно. Здесь Энча кое-как занимает первые позиции, но это лесные крипы. Еще раз говорю, они не так считаются, как считаются крипы на лайне. Потому что есть и дешевые крипы, есть дорогие, но дорогих надо бить очень долго. А Энча дорогих вообще не бьет. Энча просто приручает дорогих и заставляет их бить своих бомжовых друзей. У Энчи видим 1800 нетворс, и, соответственно, у Death Profit, которая вроде бы и по крипстату ниже Энчи, но денег побольше. 2700 на данный момент у нас у Кецик МБ, и ситуация становится просто критичной для Вивера. У Вивера ничего хорошего пока что нет. Если неудачный ганг сейчас, если не пройдет удачный ганг, то у Вивера ситуация не улучшится. Потому что Death Profit уже вкачан в максимум Swarm и в 3 Witchcraft. А это означает, что фармить можно все, что угодно. И вот эти мультиспауны от шейкера сейчас будут зафармлены Death Profit. Выход у нас готовится на Nature's Profit, а посылает на разведку у нас кентавра. Что здесь по вардам? Варды стоят от команды CSW. CSW пока более активно ведет себя. Ни одного ганка от игроков Invasion я не наблюдал. Прилетели сюда как-то, но это не ганк, это ТП на вышку. И, в общем-то, по тактике ничего особенного в этом нет. Каких-то тактических ганков по типу Инчи, которая сделала First Blood вместе с Некрофосом, пока что не наблюдается. Смотрим, смотрим, смотрим. Мусика у нас получает от Тавера. Если что, X стоит на всякий случай. Фиссура уже второго левела у него имеется. Хотя, конечно, не уже, а еще второго левела, потому что это 7-я минута, а Шейкер у нас еле-еле насобирал третий уровень. Давайте глянем по вещам, у кого что появляется. У Nature's Profit прилетает ему нул талисман, и чувствует он себя неуверенно. Хотел бы сказать, что Nature's на сложной, с большим, относительно большим рейнджем атаки должен себя чувствовать получше, но вспомнил, какой здесь рейндж атаки у Некрофоса, и плюс, опять же, в один вкачана аура. И это означает, что вообще некомфортная ситуация у нас у Профета. Ему, в принципе, достаточно то, чего он нафармливает. Можно было и больше умирать, можно было меньше нафармить.
Так что пока что у нас АДТР отыгрывает неплохо. На мидлейне что у нас у Death Prophet? У Death Prophet имеется уже Face Boots, есть Null Talisman, есть Банка, Грейженный Стик. Пока что все хорошо. У Бристлбека практически собранный Вангвард. Также имеется Boots of Speed. И что, здесь готовится выход? Туди уже здесь, 6-й левел у него есть. На помощь к нему приходит Энчав с Маке. Так, пошел у нас стан в ОК. ОК улетает моментально в таверну. Сразу же под сейф от Death Prophet. Но тут некого зацепить. Некого зацепить совершенно. Спруты имеются, но дотянуться до Туди не получится. А это значит, что драка заканчивается всего лишь одним фрагом команды CSW. Зарабатывают они немного по голде, но тем не менее, морально, я думаю, это давит. Потому что команда Invasion пока что не пыталась ганкать. С другой стороны, в пике есть Death Prophet, который загоняет Чейнса на вивере в миде. И лучше Death Prophet стоять и фармить свой лайн, а не ходить, не гангать. Соответственно, Death Prophet вступит у нас в игру с появлением экзорцизма, а будет это через один левел. Witchcraft в макшен, экзорцизм к 11 левелу тоже будет в макшен, это понятно. В принципе, я думаю, можно еще и Silence сейчас вкачать, но глянем на скиллбилд Кец и Кэмбы. Отправляется у нас в лес Death Prophet. Все, экзорцизм пошел вкачиваться. Сайлен, значит, будет следующим. Поймали у нас здесь Nature's Prophet. Не жалеет Уди в него ульту. Nature's Prophet отходит на базу. В очередной раз, второй раз, если я не ошибаюсь. Prophet у нас уже отправляется в таверну. Счет становится 4-1. Команда CSW серьезно принялась за Invasion. Как я вижу, не жалеет ни скиллов, ни каких-то какого-то тайминга по ганком. Перемещение по лайнам вполне себе уверенное. Голдот наваливает по спине FZ. FZ отплевывается и спокойно отходит под свой таур. У NG уже имеется 7-й левел. Это означает, что есть импетусы и можно, в принципе, цеплять кого угодно. Даже Бристлбэк не будет такой сложной целью для NG. Ну, естественно, все это надо с подсейвом персонажей. Хотя бы какая-то зацепка, какой-то стан. Косу юзать в FZ нет смысла. В принципе, Burst Damage пока что у команды CSW нет. Да что пока что? Его и нет даже в перспективе. Burst Damage неким вносить. Каких-то спылов дамажащих не имеется. Все на зацепку. А тут уже с руки Вивер должен наваливать вместе с Энчой. И к тому же Некрофос должен заканчивать все это данным скиллом, который ломает любую страту и любую игру. FZ решил еще и подфармить чужих крипов. У него есть Вангвард, также у него есть Ring of Regen. Реген ХП достаточно серьезный. Сразу втроем игроки команды CSW врываются на FZ. Вот сейчас можно Reaper of Sight заюзать. Я думаю, не отпустят у нас отсюда FZ. Да, он улетает на базу. В таймлэпс уходит у нас Chains. Получал нормально он шипов от Бристлбека, но ХП по ХП не просел за счет таймлапса вовремя заюзанного. Короче говоря, один фраг. И Шейкер у нас умирает тем временем внизу. Вот он лежит. Всем злопыхателям вот лежит Шейкер. Его труп мы увидели. 6-1 становится счет. CSW on fire. Они начинают наказывать Invasion за, я думаю, в принципе, за относительно халатное отношение к себе. Как-то спустя рукава ведет себя Invasion. Пока что ганги не делают. Но, видимо, они хотят уйти в лейт и в лейте рассказать, но тут может так получиться, что до лейта дело и не дойдет. 4,5 по голде преимущество CSW и по XP тоже все в пользу данной команды. Death Prophet у нас денает свой тауэр. Почему мне не дают шмоточки? Не дают. Ну ладно. Death Prophet у нас денает тауэр. Это первое строение, которое упало у нас на карте со стороны команды Invasion. И со стороны CSW уже мертвый тауэр на миде. У ДП все прекрасно по фарму. Она на втором месте. Ну, в общем-то, это только по таблице на втором месте. А так, в принципе, разница там в полтора крипа лайнингового или в одного крипа, который здесь в лесу сейчас будет умирать. Трипл стак специально для Death Prophet уже имеется. Он и сам себе стакает, да и X нормально стакает. Что, выход у нас готовится на тауэр по нижнему лайну. Сюда вовремя FZ прилетает. Еще и друзья в виде Вич-Доктора и Шейкера подлетели. Можно будет попробовать спушить тауэр по нижнему лайну. Мид у нас упал, но мид упал от Death Prophet. Экзорцизм в откате. Соответственно, мид падал от него. Пока что своими руками, своими силами команда Invasion тауэра не забирала. А вот CSW пропушили тауэр до
требуемого минимума, которым воспользовалась Death Prophet и забрала Tower. Выход у нас от Chainsaw на Т1. Пока что никто ему не мешает. Здесь на всякий случай есть Vengeful Spirit, на случай, если кто-то будет подходить и стараться дефать Tower. Ну что, смогут ли забрать Death Prophet? Death Prophet еще 2 секунды до экзорцизма. Она прилетает без маны. Зачем здесь Death Prophet без маны, мне непонятно. Свап у нас от Венги прошел, и Некрофос забирает еще один фраг. Это третий фраг для Некра, и у нас отправляется Death Prophet в таверну. Если Death Prophet будет отправляться в таверну под Аганимом, то вся пуш-стратегия становится просто никчемной у команды Invasion. В принципе, в лейте я даже не очень представляю, кто будет бить. Так, поймали у нас касками Бистмастера, и под Дезвардом очень сильно разваливается у нас Бистмастер. Nature's Prophet забирает этот фраг, FZ также здесь готов драться, но пока что бежит. Пока что бежит, здесь есть Шейкер, у Шейкера фиссура откатилась. В принципе, может быть, стоит подраться. По мане кое-как Бристлбэк восстановился, есть у него банка еще и через арканы, только что купленные. Ок его пробустил, у FZ все есть для того, чтобы драться. Здесь имеется Вангуард, здесь есть Хедреск. Может, стоит зайти и развалить у нас зажравшуюся команду CSW. CSW чувствует себя уверенно, но, тем не менее, опрометчивых решений не принимают, что приятно наблюдать. Пока что всего лишь 2 фрага удалось сделать команде Invasion. И все потому, что CSW играет относительно аккуратно. Вот и сглазил я. Vengeful Spirit отправляется у нас в таверну. Счет становится 3-7. Этот фраг забирает Bristleback. Что у нас у Бриста? У Бриста 1-1-1 счет. Появляется Хедреска, появляется Баклер туда же. И я так понимаю, в Мекку у нас выйдет Bristleback, а позже уже Crimson Guard будет себе грейдить. Ну, пускай, потому что Мекку больше собирать здесь некому. Death Prophet в Мекку не пойдет. Это не ее дело. Рошан тем временем падает. Рошана под Untouchable нормально убили у нас. Так, экзорцизм проюзал у нас, проюзала Death Prophet. И этот экзорцизм она под Tower с собой, под фонтан с собой заберет. Death Prophet отправляется в таверну. Сбивают Aegis у нас. Некру он встанет. Death Ward к тому моменту закончится. Bristleback старается здесь кому-то что-то рассказать, но уже по лоу хп очень серьезно проседает. И что, это драка 5 в 1 Aegis. Троих у нас убивает Некрофос. Мусика зарабатывает потрясающее количество денег в этом файте. 1040 на 15 минуте, а это действительно много. Забирает троих игроков команды Invasion, и CSW готовы сносить Т1 по нижнему лайну. Что же пошло не так? Не так пошла цель у команды Invasion. Весь Death Ward был вкастован в Некрофоса. Некрофос имел на руках Aegis, и фактически пока 5 секунд, которые он восстанавливался, 5 секунд, которые он был, которые потребовались для того, чтобы вкастовался респаун Некра, Death Ward стоял. И Death Ward никого не бил, потому что команда CSW отошла на необходимое расстояние. Ну и, соответственно, неплохо так наваливали по спине. У Вивера на данный момент 0-0, но при этом 7 ассистов. Chains у нас пошел в Midas, и Vitality Booster себе купил. Я так понимаю, готовится выход в Vanguard, или что это будет, куда этот Vitality Booster, непонятно. Возможно, Rot of Atos, но это будет совсем забавно. Посмотрим. 1300 на руках, если что у него есть. Глянем на следующие артефакты, которые будут покупаться. Барабаны летят у нас для Годота. Подцепили у нас FZ, FZ пошла фиссура. Death Ward стоит, наваливает очень круто по Инче. Но Инче пока что живет. Также по Некру нормально Death Ward наваливает. Полностью выкастовался Death Ward от Окея. Чейн, скорее всего, тоже здесь погибает. Он отправляется в таверну. Венга у нас, понятное дело, рассыпалась. Отправилась в таверну и разменяли одного FZ-FZ на троих игроков команды CSW. Это камбэк. И по золоту вы видите, что происходит. 2700 отыгрывает команда Invasion. И по XP также 4000 отыгрывает. Давайте посмотрим на графики. По графикам на данный момент 7,5 победа CSW. Чуть-чуть меньше по XP в их пользу. Ну, Invasion неплохо так огрызнулись и на все пощечины со стороны CSW наконец-то ответили более-менее вменяемым файтом. 3 фрага для отстающей команды, которая шла со счетом 3-12. Это серьезная заявка на то, чтобы вернуться в строй и превращать доту в реально интересную игру, а не в избиение младенцев, которых представляли себя Invasion. Давайте по артефактам пробежимся. Nature's Prophet уходит у нас в тренд полугодовалой
в принципе, в тренд, который полгода назад у нас был популярен. Это Нул Талисманы, ПТ и Блейд Мейл. 855 у него по голде есть. Он, в принципе, готов летать, через спрут кого-то забирать. Ну, также есть, если что, энты на всякий случай, если вдруг соберется у нас АДТР пушить. Но пока что для пуша ничего, ничего, собственно, не предвещает пуш. Забрали Т1, но 18-я минута, пока что Т2 стоят нетронутые, никто на них не выходит. У Death Prophet как обстоят дела? У Death Prophet уже имеется Юл, скорость движения 521, немножечко не хватает до фулл скорости. В общем-то, понятное дело, подруга все время ходит на хосте, а это очень серьезно. Ведь доктор у нас имеет 1000 по голде, даже 1100. Есть арканы на руках. Что у Бристлбека? У Бристлбека, в общем-то, есть все для Мекки. Мека, думал, может быть, рецепт лежит в курьере. Нет, в курьере ничего не лежит. Рецепт Бристлбеку нужно будет купить. Шейкер собрал... Что у нас собирает Шейкер? Шейкер у нас собирает... Мне даже толком и непонятно, что это такое. Что это вообще планируется. А, это у нас планируется Транквил. Я почему-то залип, подумал, что... Какой-то выход во Владмир будет от Шейкера. Это было бы вообще удивительно. Но понятное дело, что эти артефакты делают Транквил Бутсы. Давайте по CSW пробежимся, пока у нас ситуация позволяет. Паузу нажали игроки. У NC имеется у нас Power Threads. Есть Урна, есть Drama of Endurance. У Vengeful Spirit, помимо ПТ, также есть Медальон. Что у нас... У Вивера. У Вивера появляется Метрил Хаммер, и по-прежнему бегает он с Виталити Бустером. Я так понимаю, это просто Виталити Бустер для какого-то вменяемого количества ХП, потому что Вивер рассыпается нереально серьезно, и даже под фиссурой Шейкера, под Дезвардом, не успевает пережить выход из стана. Ну, в правильное решение от Чейнса. Его, в принципе, на лайне загнобили сейчас, нужно хоть как-то реабилитироваться. У Некрофоза что имеется? У него имеется Роту Фатос. Тот, который я почему-то приписал Виверу. У него уже есть Point Booster, у него есть Мека и 665 по голде. Это означает, что Ганим появится через 2300 голды. А это не так много для Некра, который, в принципе, и так фармит вполне себе уверенно. Он на первом месте по фарму, 9090 по голде у него. У Death Prophet 8400, у Вивера 7600. Дальше немножко послабее Инча у нас, который, в общем-то, наравне с АДТРом идет. Ну, как видите, расположение команд относительно ровное, немного уступает Invasion в плане саппортов. В плане саппортов проигрывают они Vengeful Spirit, и здесь два нижних игрока команды CSW чувствуют себя поувереннее, чем три игрока команды Invasion. Бристлбек меня немножко пугает. У Бристлбека на 18-й минуте пока что один вангвард, но еще недособранная мека. Он находится относительно внизу. Это при том, что Бристл стоял и фармил легкую. Он должен был вынести отсюда огромную кучу артефактов. Но мы видели, насколько агрессивна была игра со стороны CSW. Соответственно, не так просто было Бристу. У него счет 1-3-4. Это, разумеется, отражается на экономике. Инча наконец-то возвращается в игру. Мы продолжим смотреть этот матч. Голдот переподключается. Видимо, какие-то проблемы. Ну, я видел, что в чате писали команды насчет пинга. Какие-то траблы были с интернетом, как я понимаю, игроков. Ну, ждем возвращения Инчи. И будем продолжать комментировать этот матч. Напомню еще раз, это студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Мы ведем трансляцию с Join Dota MLG Pro League. Первый сезон. Это групповой этап и азиатский дивизион данного турнира. Матчи проходят в формате Best of 2, и очки получаются за каждую отдельную победу. Фаворитами явно является команда Invasion. Это предматчевыми. Благодаря предматчевому анализу, разумеется, сейчас на Invasion я бы не поставил, потому что CSW показывают очень уверенную доту, и по всем лайнам уже рассказали, кто чего стоит в данном матче. Опять дисконнект у нас от NC. Видимо, какие-то траблы, и ждем, пока будет перезаход от GoDot. Проверим, как работает стрим, проверим, что у нас там в чатике происходит, у кого какие пожелания, кто
кому что рассказывает, и вернемся через несколько секунд, я надеюсь, не минут. Так, я смотрю, вопрос у нас в чате про ставки, на кого я ставил. Я ни на кого не ставил. Во-первых, азиатская дота для меня темный лес, а во-вторых, мне настолько сильно не везет со ставками, что последняя моя ставка, по-моему, была при возрасте 15-16 лет. Уже порядка 8 лет я ни на кого и ни на что не ставлю. Поэтому, конечно, еще и дота, еще и азиатская дота, еще и групповой этап. Я думаю, это подобно смерти в моем случае, хоть что-то ставить. Я уже молчу про деньги, я даже говорю про какие-то шмотки в доту, которых у меня тоже пока что немного. Кто там хотел вингу посмотреть, посмотрите. У Vengeful Spirit медальон есть, есть ПТ и 24 по голде. Еще Vengeful Spirit у нас обсервы покупает, за что и огромное спасибо. По артефактам, если кому интересно, давайте пробежимся, посмотрим. У Инчи пока что ничего нового не появилось. Базилка, барабаны, урна и Power Threads. У Бисмастера уже практически собранный Аганим. Ха-ха. Бисмастер нормально так фармит, при том, что это все он вынес со сложной. 1-1-8 у него счет, и по крипстату, в общем-то, более-менее ровненько, как для оффлейнера. У Вивера появляется Митрил Хаммер. 2600 есть. В Куре, по-моему, летит еще что-то. Нет, в Куре у нас Виверу ничего не летит. Есть один Митрил Хаммер. Ждем появления Дезолятора. У Некрофоса ситуация неплохая. Тут, в принципе, ничего не поменялось. Мы уже давно на паузе. Тоже как будто обсуждаю так, как будто этот матч был минут 40 назад. Вич-Доктор у нас с арканами 1000 по голде. У Бристлбека Мека на подходе. У Death Prophet тоже ничего нового. Nature's Prophet пока что меня расстраивает. 1-3-5. Nature's Prophet, который должен ходить, гангать, летать, гангать. Вообще просто нон-стоп драться и убивать своих оппонентов. По факту Nature's Prophet у нас на подсосе играет. Сколько ты играешь в доту? В доту я играю с года. Не помню, с какого года. Короче говоря, где-то года два я играл в первую дотку, и потом перешел на вторую. А может, даже и года три я играл в первую доту, которая еще была на ВЦ3. Ну и во вторую доту руками-ногами отказывался играть, смотреть. Вообще не признавал ее. Да, я, конечно, посмотрел там, как Нави раздали плотно всем на первом интернешнале, но еще приблизительно около полугода продолжал играть в первую доту, потому что, ну, потому что не знаю. Потому что казалось, что это как мать предать. Короче говоря, в доту в общей сложности лет 6 точно катаю. Ну, как катаю, это все пабы, и такие пабы, что если бы вы смотрели, у вас бы появилось желание глаза себе вырвать и заткнуть ими уши, чтобы не видеть и не слышать то, что происходит в моих пабах. Ну что, Invasion против CSW возвращаются у нас Инча, и матч пошел дальше. И мы, соответственно, пошли еще дальше, комментируем и смотрим этот матч. У микрофона друг, это игрокам ТВ. Еще раз напоминаю, это Join Dota MLG Pro League для всех, кто совсем недавно присоединился. И
Для тех, кто присоединился, напомню, что канал у нас относительно новый. Это новая студия киберспортивного комментария. Будем стараться вещать как можно чаще. Вскоре выйдем в новые интересные рубрики. И одной дотой мы не ограничимся. Точнее, одними показами матчей. Тематика доты никого здесь не покинет. К доте все сочувствуют и доту все любят. А вот какая-то рубрика, какие-то программы и какие-то более-менее медийные выходы в свет будут появляться. И, соответственно, вам будет интересно наблюдать. Бесплатные подписки, поэтому подписывайтесь, следите. Все, в общем-то, бесплатно доступно. Там у нас еще есть группа ВКонтакте, которую мы рекламим только текстово. Но сейчас я это делаю вербально. И заходите в группу ВКонтакте. Вскоре будут розыгрыши всяких шмоток, всяких приколов для доты. Потом разыграем акции компании МММ 2015, квартиру в Новороссийске. Ну, опять же, это все, куда нас развитие заведет. Возвращаемся к матчу. Пока ничего интересного у нас не проходит. Я просто разминаю язык и рассказываю ерундистику, которая с дотой мало связана. Возвращаемся к матчу и понимаем, что пока что команды разошлись на свои половины. Никто у нас никуда не выходит. Что у нас у Death Profit? Эта подруга должна уже давным-давно сносить товара. Но товара стоят внешние еще у команды CSW на миде и на топе. Invasion немножечко восстановили свои позиции по голде. Видим, что ситуация выровнялась. И выровнялась она порядка 10 минут назад. Я таких ровных графиков не видел лет 150 уже. 6000 по голде выигрывает у нас CSW, и по XP та же история. Аркану на CM. Квартира фигня. Нормально. Хорошо, тогда будем разбираться. В принципе, Аркану на CM можно менять на квартиру. Кому это интересно, обращайтесь в чате, пишите. Будем общаться. Заходите в группу, обращайтесь в личку. Меняем недвижимость в Новороссийске на Аркана шмотки из доты. Нормально, мы для этого все и затеяли. Это не студия киберспортивного комментирования, а студия отжимания квартиру. Ребят, которые не очень разбираются в честном обмене. Death Profit у нас по-прежнему бегает без новых артефактов. У нее есть 3300. Так, пошла у нас погоня за инчой. Сюда прилетает. А ДТР закрыли у нас в пруты инчу. Инча отсюда вряд ли уходит. Высвапывает ее. Vengeful Spirit пытается отсюда сделать тэп-аут. Ни хрена у нее не получается. И под сайленсом инча все-таки отсюда убегает. Но подсейвила Венга свою подругу. И правильно делает. Потому что Венга у нас создана для того, чтобы умирать. А Enchantress, исходя из этого скилла, создана для глаз, а не для рук. Бить ее толком нельзя, только разве что каким-то образом через скиллы разбирать. Ну, для того у нас Death Profit экзорцизмы включала. Пыталась разобрать ее за счет скиллов, но не получилось. Голдот по-прежнему жив, и у него имеется еще 2000 на руках. Так, энты здесь имеются. И здесь есть Enchantress. Пошли у нас каски, но каски, в принципе, в никуда. Дезвард ставится от Ока, крик сразу же от него, на него от Бестмастера. Ок очень сильно проседает по ХП, но, возможно, сможет отсюда уйти, если не догорит от Некра. Некрофос останавливается на месте, потому что разобрали они на куски Nature's Profit, и пошла погоня у нас от Вивера. Чейн старался у нас еще и шейки разобрать, не получилось. По итогу этого файта размен 2 в 1 в пользу команды CSW, 580 по голде и порядка 1000... Преимущество стало их по XP. Графики наконец-то с мертвой точки у нас сдвинутся. Не сейчас, через несколько секунд, но тем не менее. Тем не менее, смотреть станет чуть-чуть интереснее. Потому что игра и правда превращалась в какое-то унылое. Ну, дальше по тексту. Chains уже имеет у нас дезолятор. И с этим дезолятором он и дрался. Поэтому так быстро рассыпался у нас Nature's Profit. И дальше будет только хуже для команды Invasion, потому что дезолятор на Вивере означает начало пуша. Пока что линия Т2 у команды Invasion стоит, но опять же уточню это пока что. На Рошана готовится выход, как я понимаю. Рошан пока что не появляется. Остается 2 минуты до Рохи. Ждем. Chains здесь стоит на руне. Ну, не знаю, чего ребята ждут. Может, им кажется, что Рошан сейчас появится, но, как видим, да, 2 минуты до Рошана. Надо отсюда уходить. Это окошко появляется у меня, конечно, не у игроков доты. Они будут тут стоять безрезультативно еще 110 секунд.
По артефактам давайте пробежимся. У Бристлбека наконец-то появляется мека. Помимо меки имеется еще 260 на руках. Курьер ему пока что ничего не несет. А нет, все-таки несет. Несет. Он, я так понимаю... А, у него до сих пор Boots of Speed. Нету еще ПТ у FZ. Только сейчас ему прилетает с курьером ПТ. У Шейкера нет даггера. И пока что не предвидится. 24-я минута. Всего лишь 1100 на руках у нас у Икса. Стенды на команды Invasion. Ждем. Witch Doctor пока что с одним поинт-бустером. Остается 2700 до Аганима, который действительно must have у Nature's Prophet. Появляется Maelstrom. Но это нормальный дерущийся Nature's Prophet. Это не сопли, которые летают по карте и пушат по чуть-чуть товара. Никаких инвизов, никаких даггеров. Просто иду и просто бью. Ну, не очень получается у Nature's Prophet это делать. Пока что, видимо, он умирает гораздо больше, чем убивает. Так, Goldot у нас зацепил. Окей, здесь на подсейв есть Фессура. Death Prophet ставит... Death Ward ставится от Окея, но он скорее разлетелся на куски, чем Death Ward хоть кого-то снес. Очень сильно проседает по ХП у нас Мусика. Погоня у нас за Чейнсом. Успеет ли уйти в таймлапс? Не уходит у нас Вивер в таймлапс. Это 3 в 2 драка со стороны команды Invasion. Они пока что гораздо больше заработали в драке. Видим, что по голде плюс для них 1800. И по экспе тоже порядка 3500 в их сторону качнулись в графике. Ну, нормально провязал экзорцизм у нас Death Prophet. За счет экзорцизма смогли забрать Тауэрза, смогли забрать сразу троих игроков CSW. Что по счету Death Prophet? 6-2. Пока что идет у нас... Death Prophet по артефактам тоже более-менее пробустила сама себя. 2300 есть на руках. Это все после Тараски. Скоро будет появляться, я думаю, БКБ. В общем-то, надо как-то и выйдеть ульту Некра. А, ульта ни черта уже не поивейдешь ты против Некра. У Некра есть Аганим. Опять же, ульта без мастера бьет сквозь Аганима. Еще ульта с Аганимом. Ой, чего сквозь БКБ, конечно, оговорился. Ульта без мастера вообще бьет на полкарты, потому что Аганим уже собран. Ну, в быстрый Аганим для себя вышел Бист. Решил ничего не собирать. Здесь Soul Ring на всякий случай для топоров и для его смешных зверушек. И дальше Аганим собирается для тимфайтов. Ну и для каких-то вменяемых ганков. У Инчи появляется Force Staff. Понял он, что лучше в драку не попадать и под душами Death Prophet вообще не стоять. Урна, барабаны все еще имеются. Стик также не выбрасывает Инча и правильно делает. Что у нас у Шейкера? Умирал ли Шейкер в этой драке? Нет, Шейкер жив. И в драке тоже не умирал, разве что по МП просел. У него 1800 на руках, это означает, что через 440 копеек появится наконец-то даггер. Это возможно будет в скором времени, а возможно, если Шейкер где-то умрет, мы к 40-й минуте увидим даггер. Это, естественно, печально для команды Invasion. У Бристл Бека после Вангуарда и после Меки появляется... 1800 на руках, но ждем появления Гримзон Гварда, вот этого заветного артефакта. Немного, в принципе, остается. В принципе, все уже есть для Гримзон Гварда, но, я так понимаю, на байбек, если что, оставил себе Бристл. Хотя, может быть, есть смысл купить. До байбека можно и дособирать. Пока команда CSW не отправляется в пуш, у нас находится Вивер в таверне. Еще 46 секунд ему там быть. Некр тоже основная ударная сила находится в таверне. Ну, одно инчо и без мастером линии пропушиваться точно не будут. Кто у нас прокликал по тауру? По тауру, я так понимаю, прокликала команда Invasion. Ну, Nature's Prophet еще 55 секунд не будет. Поймал он ульту Некра, поэтому влететь сюда не сможет. Ну, глянем. Бестмастер по миду кликает. Молодец. Мы тоже покликаем, но это все будет бесполезно. В общем, лайны у команды CSW практически полностью спушены. Остался последний Т2 на топе. И это не очень хорошо для CSW. Так уверенно они начали, и теперь под экзорцизмом неплохо так разваливаются. Инча, если не ошибаюсь... Нет, Инча у нас так и не купила. Blade Mail, и не будет его покупать. Это Nature's Prophet, а я спутал с Инчой. Два лесных чуда. Blade Mail по-прежнему Nature's Prophet, никуда он не девается. Парень, я так понимаю, пойдет у нас в дамагу. Уже есть Maelstorm, который, скорее всего, будет грейдиться. Сплит пуша как такового не видно. Пушат команды в пятером. Дерутся тоже в пятером, поэтому Invasion из той задницы, в которой оказались в начале матча, вылезти смогут.
Ну, глянем. Игра в любом случае стала более-менее ровной. По графикам это видно. Держались гров на рафике, а теперь пошли вверх в пользу команды Invasion. Конечно, еще 5000 по-прежнему по голде CSW имеет, но опять же графики не обновились. По XP тоже, я думаю, менее 5 будет их преимущество, когда обновятся графики. Кто у нас куда отвалился и почему команды жмут на паузу, непонятно. Отключается у нас опять от игры GoDot. Ждем его возвращения. Который раз он уже подводит нашу трансляцию. Ну, понятное дело, не будь его, не было бы и нашей трансляции. Поэтому флеймить ни в коем случае никто никого не будет. Ждем возвращения команд и посмотрим, что у нас творится в чате. Нормально. Юмористические тренды за 300. Арканы, квартиры, квартиры, арканы. 282 статья. Разжигание межнациональной неприязни. G-Squa где-то по тонкому льду уже ходит, по-моему. И даже речь не о нашем чате. О возрасте кто-то спрашивал, я слышал, да, в возрасте друга другу 26 лет. Слишком старый, чтобы играть в доту, и слишком молодой, чтобы ее смотреть и комментировать. Короче говоря, всего слишком. По-моему, катку затащит команда Invasion. У CSW шансы постепенно на нет отходят, потому что CSW закончили ту ерунду, которую творили в начале матча. Когда ганки были по всей карте, в принципе, можно было думать, что будет все эта ерунда продолжаться, и Invasion постепенно сойдут на нет. Но в итоге Deathprophet нафармила то, что ей нужно нафармить, а нафармила она ни много ни мало Тараску. С Тараской уже можно рассказывать и Виверу. Нормально и Некру рассказывать, пока пол хп Deathprophet с Тараской снимут, рассыпется вся команда CSW. Конечно, я ставлю на Deathprophet в лейте. Опять же, до лейты пока еще рано, но не в лейте пускай, но в позднем мидгейме так точно. Вот, Вивер пока у нас относительно бомжовый, у него кроме дезолятора ничего нет, а дело уже близится к серьезному мидгейму. Здесь этот Медас, но Медас себя не думаю, что окупит. Еще и собирает Void Stone. Я, честно говоря, не очень понимаю, что там Вивер планирует себе купить. Возможно, выход в линку позднюю, а возможно, это будет какой-нибудь Еул от Вивера, но тогда это вообще полный провал. А возможно, то, что я сказал, уже полный провал, потому что никакую линку, никакой Еул Вивер покупать не собирается. Но у нас НЧА по-прежнему не возвращается в игру. По шмоткам тоже ничего нового не появилось. Давайте нетворсы глянем. А, нетворсы мы смотрели. Давайте глянем состояние выкупа игроков. Есть ли такие вообще вариации? Есть выкуп у нас у Deathprophet, имеется у Вивера. В принципе, кор-герои, если что, могут появиться при драке. Ну и у Nature's Prophet через 165 голды появится. Тоже интересный персонаж. Ему выкуп полезнее всех, пожалуй, будет, потому что раньше всех в драку он может влетать. Если, конечно, по голове вот эту ерунду не получит, как было в последний раз. Кто твой любимый персонаж? Нет у меня любимых персонажей в Доте. Хотя, если бы пабы мои кто смотрел, там постоянно пуч, на дальше мидофит. Любимые персонажи, те, на которых я хорошо играю, а еще раз повторюсь, таких персонажей нет. Нравится смотреть на каких-то красных скорпионов по типу Ван Дамма в фильмах
с этим актером. Те, которые набирают кучу дамаги, кучу экспы, а потом идут и просто разваливают толпы. Каким файловым обменником вы пользуетесь? Конечно же, Skype. Там тонны информации, ребята, тонны информации. Увлекательные игры, Skype. Все, у кого есть Skype, знают, о чем я говорю. У кого нет Skype, качайте Skype. Новый файлообменник, новый век IT-технологий. Где Enchantress? Так, кому там закуп вивера? Все для вас, ребята. Сейчас покажем закуп вивера. У вивера есть дизолятор, есть Vitality Booster, есть Void Stone. Вивер собирается в мне пока непонятно что. Возвращается у нас Enchantress в игру наконец-то. У меня уже нервы не к черту с этой ничего. Она туда-сюда бегает и ломает нам весь ход матча. Как можно держать один и тот же нерв на пределе, если Энча вылетает каждые 10 минут? Никаких шуток по поводу того, куда он бегает и зачем, не будем делать. Это нас не касается. Давайте глянем, что у нас по Networks. Death Prophet все-таки вышла на топ-позиции. Я считаю, что эта подруга катку затащит. У Некра у нас 12 800 есть, но этот парень отправился в таверну. А это значит, что чуть-чуть лицо-то подоторвали. И даже видно, насколько подоторвали лицо по иконке мусики. Это значит, что дальше дела могут обстоять либо так же, либо наконец-то сможет он выйти в какого-то сумасшедшего персонажа, который вообще будет относительно неуязвим. Ну, глянем, здесь у нас плейтмейл есть. Я так понимаю, готовится выход в Шиву, скорее всего. Значит, с руки не будут сильно наваливать, но Death Prophet с руки и не наваливает. У Nature's Prophet там тоже ситуация не очень лицеприятная. Этот артефакт появился относительно недавно, а до этого бегал с такими бомжовыми вещами, как Null Talisman и Blade Mail. Это Nature's Prophet, который соло-линию стоял, пусть и сложную, но тем не менее соло. Глянем по фарму, дела у него не лучшим образом обстоят. Топ-5 на данный момент чуть-чуть уступает у нас Bristol Back. Вот Bristol Back меня больше всех расстраивает. Почему Bristol Back у нас на
четвертом месте, если он фармил легкую, мне непонятно, как его смог перефармить Висп. Ой, Висп. Вивер, конечно же, не ясно. Хотя, в принципе, тоже свои артефакты вынес. Относительно и по киллам, понятно, что Бристлбэк не лучшим образом себя чувствует. 2-3-6 счет у него. Умирает больше, чем убивает, а это для Бриста даже как-то немного странно. Вич-доктор радует нереально. Дезварды крутые. 2-5-5, конечно, счет. Умирает не всегда вовремя, но... Айогей, началось. Пару-тройку дезвардов полностью смог вкастовать. Один, конечно, не очень удачный на нижней руне. Все, в принципе, было в Эгис вкастовано. Но остальные более-менее ровненькие. 30 секунд у нас еще анонсирует 3-4-3 появление своего тиммейта. Здесь уже пошло чертыхание друг друга, я так понимаю, по вопросам сексуальной ориентации. Уже разбираются, кто из них гей, а кто не гей. Кто-то задает вопросы, а кто-то утверждает. Сразу все понятно. Little Death Jack все узнали. Садись на палево. Ну что, возвращается у нас игра. Наконец-то GoDot переустановил себе доту, или чем он там занимался, непонятно. Очень долго его не было, причем не один раз такая ерунда происходила. GoDot возвращается в игру. Счет на данный момент 11-17. За такие паузы реально много людей может подключиться. Не знаю, подключается они или нет. Надеюсь, подключаются. Так вот, напомню всем, что это матч Join Dota MLG Pro League. Это первый этап, это групповой этап. И команда Invasion против команды CSW сражается в азиатском дивизионе. Invasion у нас на первом месте идут в таблице. Кому интересно, попозже таблицу мы еще раз покажем. А CSW отстают на, по-моему, на предпоследней позиции они находятся. Всего 2 поинта заработали за 4 катки. Опять у нас Инча отваливается. Да что ты будешь делать? Инча опять отвалилась. Я так понимаю, Invasion нервы уже вообще не к черту. Решают отжимать паузу. 3-4-3 нажал гоу. 4-5 будут они сражаться, как я понимаю. Но кто у нас за Инчой будет следить? Так, Бестмастер у нас врывается. Моментально разбирают у нас Death Prophet. Death Prophet теряет возможность драться в ближайшее время. И на 95 секунд ее не будет, а это означает, что упадет Рошан. Пока падает Рошан, небольшие настроечки. Сделаем чуть больше звук в доте. Как я понимаю, у нас игра немного тихо звучит. По комфорту должно быть получше. Кстати, у кого что, пишите в чате, как вам комфорт звука голоса. Звука доты, вообще музыки, что сделать тише, что сделать меньше. Мы будем все это, конечно же, мониторить и стараться подшаманить по ходу трансляции. Убили Рошана, команда CSW. Роха у нас отошел к Виверу. Нет, у Некра у нас находится Aegis. Aegis, по всем правилам английского языка, находится у нас у Некрофоса. Как-нибудь заставлю себя переиначить вообще речевой аппарат и наконец-то называть этот артефакт Aegis. Все-таки у нас образованное общество. Короче говоря, эта фигня красная у Некрофоса в инвентаре лежит. У Бестмастера 900 по голде, пока что до сих пор нет ПТ. Почему-то он бегает в одних носках. GoDot у нас наконец возвращается в игру. И в игру он возвращается с форстафом. И 1300 на руках. Здесь у нас поймали Чейнса и разобрали его на куски. Поставили вард и под дезвардом еще и от Вич-доктора разбили лицо игроку команды CSW. Кор, герою, персонажу, который не должен умирать и который должен больше всех дамажить. Куда делся Voidstone, который был у Вивера в этом билде? Не ясно, он что, играется со мной в какие-то игры? Вообще непонятная ситуация. Был у него Voidstone, но потом он продался. Видимо, Линку передумал собирать Вивер. А зря. Сейчас бы не поймал станчик и был бы жив.
Вообще непонятно, почему Вивер избежать решил такого артефакта, как Клинкенсфера в начале игры. В общем-то, вместо дезолятора можно было бы как-то обезопасить себя. Ну что, у нас пошла драка. Врыв моментально в око Дезварда, скорее всего, не будет, потому что он из стана не выйдет. Туди разбирает на куски у нас Вич-доктора. Пошел у нас экзорцизм от Дезпрофит. Мусика очень серьезно терпит от духов. Отправляется у нас, никуда не отправляется. Ложится на землю, встань, иди, Мусика. Мусика у нас поднимается, но дамаги нереальное количество в него вливает команда Invasion. И отваливается Инча. Здесь отжимается у нас пауза. Кто отжимает паузу? Пауза отжимает Vengeful Spirit. Развалили у нас Некрофоса, развалили у нас Венгу. Здесь стоит Голдот, который не сам собой управляет. Пока что еще экзорцизм. А, экзорцизм у нас уже заканчивается. Но можно, в принципе, идти и руками стараться бить товара. Двух игроков команды CSW нет. Вивер здесь с руки наваливает слабенько. Вивер ничего особенного не сделает. Тем более таким ребятам, как Бристл Беку и как Death Profit с Тараской. Вивер очень серьезно по горбу получает. Отходит у нас, хилится на хайграунд. И что? Отбили желание заходить команде Invasion? Непонятно, собственно, мне. 30 секунд еще у нас не будет Некрофоса. Но, видимо, команда Invasion решила дождаться отката экзорцизма и потом уже зайти. Но здесь после Тараски еще и Ultimate Orb появляется. Есть 2500 на руках. И значит, очень скоро мы увидим Хекс от ДП. И тогда просто рассыпаться будет у нас Вивер. Во-первых, сейчас уже без каких-то серьезных фокусных станов по типу... Да по типу того, что, например, есть у Vengeful Spirit. Каски от Вич-доктора, фиссура от Шейкера. И у нас не успевает даже прокликать таймлапс вовремя Вивер. Что будет с ним, когда в него заюзает Death Profits Hex, мне непонятно. Короче говоря, Вивер пока что не реализован со стороны команды CSW. Но не так сильно, как не реализовано у нас Enchantress. Ее программное обеспечение и ее железо, на котором она играет. Ну, наверное, и интернет тоже. Это, конечно, провал. В официальном матче постоянно отваливается один из игроков. И это, конечно, неприятно. CSW, я думаю, из-за этого просядет в файтах. Потому что на этом уровне контролит сразу двух персонажей. Мне не видится возможным. Разве что, если ты умираешь. Заходить в файт с мыслью «быстрее бы я умер», чтобы далее поконтролить Инчу, это, конечно, нелепо. У Беста по-прежнему один Boots of Speed. Не грейдит он ни во что этот артефакт. Бегает как лох. Но прикупил себе форстав на случай, если вдруг придется у Death Profit убегать. У него это пока что получается. Пока что, если не ошибаюсь, меньше всех смертей, да, у нас у Бестмастера. Одна смерть. Да, у него одна смерть и одна смерть у нас у Enchantress. Но у Enchantress такая смерть, что она до сих пор не может в игру вернуться. По крипстату на первом месте ДП, это неудивительно. И лесных крипов подфармливала, и теперь еще и Эншентов забирает у нас Кец и Кэмба. У него по нетворсу тоже ситуация очень крутая. 17400, он на первом месте. Отстает от него ближайший преследователь, а именно Мусика на Некрофосе на 2000 по голде. В общем-то, на 32-й минуте это не так много, но, тем не менее, это есть, и это ощутимо. У Death Profit уже на подходе Хекс, как я понимаю. 3500 есть на руках, Ultimate Orb есть. Что летит? Летит. Shiva's Guard рецепт, он принадлежит у нас Bristol Back. У Bristol Back готовая Shiva, а у Death Profit готов Хекс. И после Хекса еще и экзорцизм откадешился. У Death Profit можно идти и просто не обращать внимания на все, что движется навстречу команде Invasion. По вопросам, на кого бы я поставил в этой игре, если бы пришлось ставить сейчас, я думаю, мы вопрос этот, скорее всего, снимем, и он уже не на повестке дня. Этот матч, я думаю, за командой Invasion. Конечно, я не топлю ни за один из коллективов. Естественно, я поначалу более симпатизировал CSW, потому что они аутсайдеры в этом матче, и аутсайдеры, которые очень ярко начали за счет ганков, за счет прочей ерунды, классно реализовали свою стратегию. Но теперь стратегия мне не наблюдается. Куда это все завело, мы видим на 33-й минуте. Команда CSW зажата на своем хайграунде, и делать им нечего. Если можно кое-как разбираться с такими персонажами, как ВД, вот здесь мы видели, погиб у нас ВД от Бестмастера и от Стана Венги, то как разбираться с Death Profit, у которой 2700 ХП, мне непонятно. Опять же, здесь есть Вич-доктор с Вуду на подсейв. Здесь есть Шейкер, который не даст
столпиться вокруг Death Prophet и бить ее с руки. А бить ее необходимо. Короче говоря, команда Invasion, по-моему, эту игру взяла уже на поток и полностью контролирует. Тем более, видите, что происходит по крипам. Выфармливают чужой лес, фармить команде CSW просто негде. Да и желания, так вижу, немного. Ходить даже в свой лес. По артефактам, разумеется, ничего хорошего пока что не появляется. Здесь один несчастный дезолятор у Вивера. После него появляется БКБ. А, это БКБ был от Вивера. Какой же я тупица. Ну что, экзорцизм у нас включила. Death Prophet взлетает в собственный Еул. Драться готово, но драться не очень хорошо получается. Чейн стоит под БКБ и разбивает лицо Death Prophet. Death Prophet у нас погибает, теряет гем. Умирает у нас Бисмастер и Некр, они выкупаются. Также у нас зацепили еще и Вингу. Вингу развалили, также разваливают Вич Доктора. Драка пока что 2 в 4, при том, что 2 игрока CSW выкупились. Некрофос приходит сюда, у него есть ульта. Ульту ему первый раз заюзать не дали. Здесь, скорее всего, FZ. Эту ульту сейчас Гор получит. Шиву он проюзал, надо останавливать его через ульту. Ульты не хватает, он умирает не от ульты Некрофоса. Это значит, что Бристл Бэк вернется не через 100 миллионов секунд, а через всего лишь минуту. Но тем не менее, CSW отковырялись. Ценой двух байбеков, ценой четырех смертей, ценой кучи голды. Они просели на 600 в этом файте и забрали... короче говоря, ничего не заработали в этом файте. По XP тоже просели, но тем не менее, стоит их сторона... Пусть и наполовину бита. Здесь валяется гем. Это гем, я так понимаю, Death Prophet. Кто его подберет и есть ли смысл вообще его подбирать? Разве что для девардинга. У Бисмастера его гем? Нет, у Бисмастера гем тот, который был у Вич Доктора. Ок, у нас потерял гем. Забрали еще в прошлом файте. А чей это гем? Чей это гем? Как его выделить? Почему мне ничего не пишется? Короче говоря, узнаем, чей это гем. Ну, по-моему, это гем, который из Death Prophet вывалился, да. Надо уже избавляться от такого... артефакта, как Таунс Портал. Надо переходить уже в Boots of Travel, понятное дело. Ну, Death Prophet, если бы Лайн снесла, я думаю, Boots of Travel мы бы увидели. Но, как видели, разбились они о хайграунд команды CSW. И не то чтобы это особенно интересно, не то чтобы это повторилось еще раз. Хотя, если еще раз повторится, то CSW шансов будет побольше вытащить эту катку за уши. Мне кажется, второго раза так от, от Invasion не должно быть. Они, в принципе, гораздо увереннее себя чувствуют по фарму и по артефактам. Второй раз на хайграунде таких проблем быть не должно. Но, с другой стороны, очень классно отбили CSW. Ценой байбеков, конечно, которых в следующий раз не будет, но тем не менее отбились. Ждем возвращения в игру Death Prophet, а об возвращении я имею в виду экзорцизм, который я только что дотикал, а значит, можно идти и опять пытаться сносить лайн. Выходить команда CSW, как показал прошлый файт, не собирается ни дальше, чем, 5 метров от собственного хайграунда. Кое-как тут по лесу вышли, осмелели CSW. Я думаю, Invasion не смогут без какого-то ганка пушить топ. Скорее всего, будут пытаться забрать кого-то из игроков, но опять же, видят ли они и контролят ли они хоть как-то перемещение CSW по карте, тоже непонятно. Вардов не имеется. Варды здесь на реке только стоят от CSW. Здесь стоит вард от Invasion. В общем-то, чужую территорию команда ни одна, ни другая не контролирует. В принципе, все варды более-менее оборонительные. Так, ну что, у нас CSW готовится выйти. Куда они? На Рошана? На Рошана, да. Отправляется у нас CSW. У Вивера появляется после БКБ Кристаллис. Вивер, кстати, очень круто показал себя в прошлом файте. Так, Шейкер у нас влетает. Нереально крутой эхо слэм по Гулдот, но он продолжает жить. Дезвард ставится от Вич Доктора. Одного и второго моментально разваливает Дезвард. На лоу хп у нас 3-4-3. Он, скорее всего, пойдет отдаваться Рошану или делать ТП-аут. Ну что, минус 2 сделали игроки Invasion. И под инвизом уходит у нас Шейкер. Проюзали экзорцизм. Успеют быстро забрать Рошана. И, возможно, даже хватит этого экзорцизма на то, чтобы пойти на хайграунд команды CSW. Ну, врыв был просто чудесный. Пропустил я подход от Экса. Он меня даже сам испугал. Как реализован был круто Dagger, который имеется в этом билде у Шейкера. Нереально круто. Заканчивается экзорцизм. Есть Aegis. Будет ли Aegis? Aegis. Есть Aegis of the Immortal. В стэше в этом билде Death Prophet. Но будут в любом случае ждать возвращения
экзорцизма. Так, АДТР у нас поймал стан, поймал ульт от Бестмастера. Включил Блейд Мейл, но закрыл при этом себя в спрутах вместе с Бестмастером. А Вижн для команды CSW таким образом был. Не улетел отсюда. АДТР, АДТР, конечно, несчастье. Команда Invasion, 4-6-15 у него счет. Профит, который на 40-й минуте не реализуется даже наполовину, это, конечно, плохо. Есть БКБ у него, но этого БКБ... Это БКБ, собственно, бесполезно. Здесь есть Бестмастер с ультом, который вообще вертел этот БКБ. Сами знаете где. У Death Prophet после Хекса появляется еще и 3000 по голде. Что это будет, увидим. Я думаю, скорее всего, Шива. Надо кое-как выживать. Хотя, может быть, стоит собрать Керасу. Зачем здесь Шива, если экзорцизм физухой дамажит? Но, скорее всего, я бы покупал Керасу, конечно. У ВД, на котором отыгрывает ОК, наконец-то появляется Аганим. Это 40-я минута, которая уже подходит к своему завершению. На ней на этой минуте появляется Аганим. Поздновато, но вы видели, какие дезварды ставил у нас ОК на протяжении всей катки. Я думаю, с Аганимом дела у команды CSW будут немного похуже. Здесь непонятно теперь, кого фокусить, в кого давать стан. Если ты фокусишь Death Prophet, то Death Ward ставится от Witch Doctor. Если ты фокусишь Witch Doctor, то под экзорцизмом разваливается вся твоя команда. В общем-то, ситуация не самая приятная. По ХП тоже команда Invasion не сильно проседает. Есть Aegis, есть Сыр. Ну что, готовится у нас драка. В принципе, Бристлбека здесь видит команда CSW. Будет ли врыв от них? Нет, скорее всего, врыва не будет. Развернулись и пошли назад. Пошли на свой хайграунд. Поняли, что без Вижена на лоу-граунде лучше не драться. Одного несчастного кабана на разведку у нас отправляет Бестмастер. Кабан стоит и смотрит, как идут сносить его бараки. А бараки, скорее всего, будут снесены. Только нереально удачный файт от команды CSW может остановить команду Invasion. Это, опять же, по моему скромному мнению. Ну что, будет экзорцизм включен. Но, опять же, нужно зацепить хоть кого-то хексом. Хотя и хекс можно проюзать уже после включенного экзорцизма. Наблюдаем, что нас ждет. Прилетел также пайп у нас к Бристлбеку, а это очень серьезно. Магия отходит в никуда. Волшебство закончилось для команды CSW. Где у нас АДТР? АДТР с Мьёлниром сплитпушит мид наконец-то. Наконец-то Nature's Prophet занялся тем, чем ему стоит заниматься. Готов он ворваться уже к своим друзьям. Врыв у нас от Nature's Prophet. Куда у нас летает Nature's Prophet? Сразу на хайграунд команде CSW он врывается. Silence у нас ловит. Бестмастер улетает отсюда. Death Ward дамажит у нас по винге винга в таверну. Чейн у нас очень сильно проседает по ХП. Death Ward закончился. Инча на лоу ХП уходит под свой фонтан. Драться нет смысла. Мусика очень серьезно надамажен. Пока что вся команда Invasion жива. Убивают у нас также Вивера. Вивер выкупается и возвращается в таймлэпс. Продолжается погоня по Бристлбеку, но Бристлбек нереально жесткий. Бристлбек фуловый становится, съедает сыр у нас FZ. Пока что проюзали глиф. Глиф скоро закончится, а значит закончится и тауэр вместе с бараками. Стан по Инче. Инча серьезно поседает по ХП. Кое-как Мусика выхиливает своих тиммейтов. И что? Энты доедают у нас вместе с Nature's Prophet тауэр. И что, вы разменяли все ульты в 1Т3? Это что за супер-супер-супер-пупер-супер-пупер сейв? Что это вообще такое? Кучу фрагов сделали. Death Prophet у нас погибла, я так понимаю. Что это был байбек от Death Prophet? Я не ошибаюсь. Одну секундочку. Нет, это не был байбек. Мне почему-то Fight Recap показал байбек от Death Prophet и смертью. Смерти как такова. Смерть была, но Aegis всего лишь потерял у нас кетс комба. И Бристлбек сыр тоже скушал в файте, поэтому все, что выпало из Рошана, уже съедено. Выход под смоком от команды CSW. Куда они отправляются, мне непонятно. В чужой лес зачем они это делают, тоже не ясно. Будут пушить Т2? Или что это будет? Это будет попытка заганкать? Ну, в любом случае, это будет что-то интересное, если они хотя бы кого-то встретят. Прочекали чужой лес, и здесь никого, потому что команда Invasion находится на своем топ-лайне.
возвращаются назад Бестмастеры, и все остальные тоже разлетаются. Ну, пробежались, хоть размяли кости, а то стояли на протяжении 15 минут на своем хайграунде. Я думаю, в принципе, ноги у всех игроков команды CSW затекли. Death Prophet, еще 16 секунд у нее не будет экзорцизма. Это ожидание в страхе от команды CSW. Они прекрасно знают тайминг экзорцизма Death Prophet. Смотрим по байбекам. У команды CSW только Инча может байбекаться. Это Инча, которая вылетела давным-давно, которая имеет 2600 и которая ничего при этом не может купить, потому что не она управляет самой собой. GoDot подвел, конечно, всю команду. Ну, может, опять же, не его вина в этом, а провайдеров железа, программного обеспечения, да и прочие ерунды, которые к Доте не имеют ни малейшего отношения. Чейнса видит здесь у нас Death Prophet. Напугала его. Кстати, ДП вышла в Линкен-сферу. В общем-то, подруга практически неуязвимая. У меня тоже было много вопросов, почему нет БКБ. Но БКБ здесь, опять же, пробивается Бестмастером. А вот Линкен-сфера вообще ложила на ульт Бестмастера свою сферическую форму. Давайте посмотрим, что у нас будет с топ-лайном. Понятное дело, что на него основное внимание сбивает у нас Линку Death Prophet. И кто это сделал? Это у нас сделал Бестмастер? Нет, врыв у нас от Икса. Одного Бестмастера смог застанить Эхослэмом. Эхослэма мы уже не увидим в ближайшее время. Разобрали у нас Vengeful Spirit. Экзорцизм пошел от Death Prophet на хайграунде. Почему-то оказался Вивер. Вивер отсюда уходит под БКБ. Всего лишь одна Венга мертва. Духи летают, и духи, скорее всего, будут займутся бараками, а не игроками команды CSW. Топ отдают. Топ они отдают, но топом все не закончится. Экзорцизм будет действовать еще четверть каста. Это значит, что можно развалить и мид. Мидлейн. Падает у нас Т3. Чейнс врывается сюда. Чейнс поднимает его моментально в Юл. Чейнс ловит Фессуру. И под Дезвардом сбили Дезвард. Сбили Дезвард Вич-Доктору. Ни хрена он не смог нанести по дамаге. И продолжаем смотреть этот файт. По итогу файта еще и в таверну отправляется у нас Вивер. Команда Invasion по-прежнему жива и жива в полном составе. Заканчивается экзорцизм, но здесь рукой уже бьют так сильно, как экзорцизм не сможет бить. Поднимают воздух у нас Некрофоса, Сайленс на него. Некрофоса выталкивают отсюда, кое-как он живет. Продолжается за ним погоня. Скорее всего, здесь разберут FZ-FZ. Если ульта у Некрофоса, ульта есть, но не дотягивается он до FZ-FZ. Его выталкивают. А ДТР тем временем делает еще один килл. Забирает у нас Enchantress. Падает мид. И команда Invasion в полном составе жива. В полном составе жива. Немного вредима, конечно. Но два лайна они снесли. Они отходят отсюда. И CSW в настолько незавидном положении, что лучше это не обсуждать. Во-первых, два таура снесено. И у команды Invasion имеется в пике Nature's Prophet, у которого наконец-то появляется Мьёлнир. Появляется уже готовый Дейдалус. 3700 есть на руках. Ждем появления Демонеджа. Во-вторых, нет двух лайнов. И у команды Invasion есть Death Prophet с экзорцизмом. Просто подойди, постой рядом, посмотри, как падают тавра. Это тоже все очень просто. И есть еще набор героев, которые не позволят нормальную драку организовать. Witch Doctors, который под аганимом. Так, где у нас Шейкер забрал Vengeful Spirit? Где он это сделал? Он сделал это здесь, и каким образом это получилось, мне непонятно. Шейкер сделал еще и ТП-аут. Забрал, короче говоря, Вингу, заюзал Эхослэм на нее, заюзал Фиссуру, которую мы с вами видели. Забрал Вингу, но это уже X развлекается. Говорит, что не зря взяли стендином. Верим, верим, верим. Эхослэмы за этот матч были крутейшие. Из 26 киллов, которые сделала команда Invasion, они наконец-то вышли вперед по киллам. 21 участвовал у нас Шейкер. Один килл и 20 ассистов у этого парня. Более чем полезен Шейкер. 200 также есть у него на руках. Есть форстаф на подсейв тиммейтов. Короче говоря, все есть. Команда Invasion отправляется в свой последний, как мне того хотелось бы, пуш. Еще появляется персик у Death Prophet, а значит, будет выход в дальнейший рефрешер орб. Короче говоря, ситуация команды CSW ясна. Почему не пишут GG, непонятно, но это их личное дело. Чекают также варды на всякий случай. АДТР имеет у нас Aegis. Есть у него Дейдалус. Есть 2000 по голде на случай выкупа. На выкуп не хватает 43 монеты. Но здесь один крип и будет выкуп. Урну проюзали. Бестмастер ультует у нас.
Пока что по ХП проседает только Death Prophet. Нереально жестко, причем проседает по ХП у нас Death Prophet. Сможет ли она доесть у нас сворма от... Блин. Ну вот, как видите, как игра пошла в какое русло. Настолько быстро разобрали команду CSW игроки Invasion, что я не успел даже прокомментить сворма, который присосался к Death Prophet. Поздравляем команду Invasion. То, о чем я говорил, что дали разогнаться у нас Death Prophet. Ничем не законтрили Бристлбека, и он в мидгейм вышел более-менее серьезными артефактами. Крутые дезварды от Вич Доктора. И никчемный ГПМ, конечно же, от Вивера. 449, это мейн керри. 457 от Некрофоса. В любом случае, команда Invasion заслужила эту победу. Хотя и дрались они против четверых, но дрались уверенно. Ждем следующий матч, не переключайтесь. Напомню еще раз, это Join Dota MLG Pro League первый сезон. Вещает для вас студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Услышимся через несколько минут.